Мы объединяем разные вещи, объединяем, наверное, знания и студентов, да, объединяем менторов и тоже студентов. Меня зовут Николай. Меня зовут Марина Солопенко. Меня зовут Савин Сергій Сергійович. Я родился в Криму. Я из города Черкаси. С очень маленького села, с Лохипалича, это на західній частині Волині. До 8 класу я ходил в обычную сельскую школу. После 9 класса я поступил в ліцей в городе Севастополе. Зумів, что можно развивать математику, але не там, где я був. Тому я вирішив поступити в Львівський фізико-математичний ліцей. Після фізмат-ліцею я вступила до Київського національного університету імені Шевченка. В академію імені Павла Степановича Нахімова в Севастополі. Провчився менше року. І я поступив в КНУ, в університет Шевченка, на економічний. Закінчився там бакалаврат, я вступила в Київську школу економіки. Після анексії Криму я вийшов в місті с другими военнослужащими на материковую часть Украины. Нас перевели в Одесскую морскую академию. Специализация называется судовождение морского транспорта. Идея пришла нашему кофаундеру Александру. Я часто бачу, що є дуже круті чуваки, які вступали у MIT, які вступали у Оксфорд, але в них, ну, просто в них не було коштів це фінансувати. Вони не отримали стипендію там і, відповідно, не дають те, що вони там прям супер-пупер рокет-сайентісти, вони не змогли там вчитися. В принципі, сама ідея між Ampersand як знак, який об'єднує, відображає те, що закладалося в саму ідею організації. Це має бути організація, яка об'єднає різних, але при цьому однаково там розумних та нових людей, допоможе їм зробити щось краще. В якийсь момент я була на місці такого студента. После того, как я закончила бакалаврат, я думала о том, чтобы пойти учиться дальше. И когда я взвесила для себя там все плюсы и минусы, я поняла, что мне, наверное, нужно будет платить за свою учебу, и мне нужно будет жить в это время как-то. Я подумала, что для меня в тот момент будет правильным решением пойти работать. А мне кажется, что это типа супер-супер несправедливо, потому что я понимаю, что типа, люди набагато розумніші за меня, но они это не отримують, потому что просто им в жизни меньше пощастило. У нас есть хорошие университеты в Украине, желание ребят учиться. И, наверное, мы можем стать третьим компонентом, просто приложив, да, какую-то такую материальную и, наверное, тоже менторскую помощь тому, чтобы ребята могли здесь учиться и чтобы по окончанию учебы у них что-то появлялось. Само менторство, звісно, це якась підтримка, це щомісячні зустрічі по скайпу, якісь розмови. А як починати свою кар'єру? З чого починати? Які є компанії, які індустрії, які люди, які плюси, які мінуси є, в чому складність? Це зменшує невизначеність, так? Тобто я вже не зроблю стільки багато помилок, тому що я банально знаю про них. Очень хорошо, когда ты понимаешь, что ты идешь в каком-то направлении, куда ты хочешь прийти, да, когда ты понимаешь, что рядом с тобой правильные люди, да, и в принципе, когда, ну, ты понимаешь, что достижимая цель. Не только мы, как бы, с такой, наверное, альтруистической точки зрения можем быть заинтересованы в том, чтобы давать хорошее образование. В принципе, компании точно так же страдают и от нехватки кадров, да, и от нехватки хорошего образования у студентов, которые заканчивают вузы. Поэтому мы, в принципе, думаем, что в долгосрочной перспективе мы будем рады активно работать с компаниями для того, чтобы они, в свою очередь, получали выпускников, которые будут, наверное, на порядок более образованы там, и как бы, подкованы к работе, чем, наверное, это было последнее время в Украине. Как раз в Ampersand мы стараемся создать такое открытое общество, в котором люди готовы помогать друг другу и поддерживать друг друга. И, в принципе, мы все работаем и стараемся для одной цели, да, для того, чтобы, в принципе, у всех у нас было, наверное, лучший опыт в Украине, да, чтобы у нас было лучшее образование. И, наверное, мне кажется, у нас даже нет какой-то конкретной цели. Мы просто понимаем, что это правильное направление, и в нем мы идем.